Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. Начинаю покраску в базовый цвет. Хочу сделать небольшую вставочку, прорекламировать канал Димы Жукова, Дима Память в миниатюре. И хочу также прорекламировать его группу ВКонтакте «Стендовый моделизм». Описание будет под видео. В этой группе в мае будет проходить конкурс «Техника СССР» 46 года по 91. И как раз этот БРДМ, который я делаю, будет как раз выставлен там в группе. И кому нравится, нажимайте там сердечки. Чем больше будет сердечек, тем ближе будет победа. Продолжим дальше. Буду делать базовый цвет. Базовый цвет буду намешивать. Буду использовать краску Томми и Мистер Хобби. 50 на 50 смешаю вот эти цвета. XF58 Olive Green и H52 Olive Drab. И добавлю одну капельку, буквально чуть-чуть, желтого цвета X8 лимонного. Начну разводить сейчас и будем задувать. Модель просохла, и вот как получилось и как она смотрится в черно-белом окрасе. Почитал комментарии, ребята. Да, это как бы наш первый эксперимент. Посмотрим, может, краску надо брать все-таки более черную. Ну, посмотрим, как получится. Как говорится, учиться, учиться и еще раз учиться. Отключусь на секундочку и разведу краску. Развел краску, получился вот такой цвет. Сейчас начнем задувать, посмотрим, что получилось. Задувать надо тонким слоем, чтобы не задуть нашу черно-белую покраску. Thank you.
Дал подсохнуть краски и развел более светлый тон и пройдусь по выступающим частям. Чтобы был немножко другой оттенок, этим разнообразием немножко модель еще больше.
Покраской в базу закончил. И сейчас попробую сделать такой небольшой фильтр. Взял маленькую капельку желтой краски. Примерно развел на 2 миллилитра растворителя. И пройду сверху по модели. И посмотрим в итоге, что получится. Я хочу изобразить цвет более близкий 4БО. Как раз послевоенная техника 50-х-60-х годов. Она была немного вот такого цвета. Да, в принципе, и так, если смотреть по фотографиям, и грузовики бывают те же 66-е разных цветов. И ЗИЛы выцветают до такого немножко желтого оттенка. И этот БРДМ мне захотелось сделать более таким немножко подвыцвевшим. Мне цвет нравится. Довольно интересно получилось. Друзья, на этом буду заканчивать. Дам модели хорошо просохнуть. Сутки, может даже и больше. Посмотрю уже по ходу, как модель высохнет, как получится. Ну и в следующей серии уже буду наносить глянцевый лак, декали и делать смывку. Так что, кому интересно и вы еще не подписались, то подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки, не забывайте комментировать. За все вам большое спасибо, друзья. Всех благ вам и вашим близким.